в Нижнекамске сделать это, в «Нефтехимике» и, собственно, в «Акбарсе» тоже. Терещенко, бросок, ближний угол. Олег Петров. И шайба в сетке. 4-1. Олег Петров. Четвертый гол в составе «Акбарса». Но показывает нам Артемий Панарин. Видимо, он все-таки подсуетился. И оказался быстрее. И расторок не всех. Ну, смотрим. Олег Петров. В общем, он все сделал в этом эпизоде. Да. Да, все-таки Артемий Панарин. Но вот, смотрите, второе очко набирает в своем дебютном матче за Казань. Как Шпирка не пытался Петрова там от шайбы отделить.